Так, короче, пацаны, сейчас пойду КВС с пушвайном. 1x1 без кристаллов. Ну да, опять вливает. У него 2 тотема всего лишь. Как он с тобой пошел? Он что, ебанутый? Он опять же, сука! Че, в бездну хочет тебе столкнуть? Сплэшиваем. У него мало момента. Он что, опять перку откинул? Куда вам ливает? Да он постоянно ливает от меня. Он тебя на бафы, мне кажется, разводит. Я сейчас он походит со мной. Да боже, ну надоело, чушка такая тупая. Сука своего босса, ну. Он чё, уже эндерсундук отбрал? Баф изъял. Боже! Он опять откинул Перл. Я ору с него. Леша, у него 20 NVC графини. Он тебя или на бафы разводит, или на перт. Сейчас опять. Не бафайся, не бафайся, разводи его сам так на баф. Тотем ему дал. Красавчик. У меня тотем тоже дал. Да он тупая чушка просто. У него сколько тотемов? У него всего один. Опять тупо отталкивает, сука. Нормально пыхаться не может. То кидает перку, отжирается. Пошлайн. У него, да, один тотем в руке и все. 12 гэпов. Один тотем в руке и все? Да. Больше нету тотемов у него? Нет. Да это изикова. Из видос. Боже, он очень, он очень сильно в себе самоуверен. Сейчас я буду по его тактике тактично действовать. Ну да, сейчас он мне даст тотем. А, нет. А ну. Они не даст тебе тотем. А ты пора. Ну это не точно. Например. О, хамур резко на сервере. А жалко хамура. Ну хамур реально резко. Тупая. И он. Его, наверное, даже Red One выиграет. Red One. What the fuck? Вышлайн. Он еще бафа взял из ИКа. У него 1,5 стека момента. Уйди, тупая чушка. Он что, тебя в бездну хочет скинуть? Нет. А Сплэшлайн это же ютубер или другой ютубер? Сплэшлайн это не до ютубер. Тотем ему дал. Все, нету тотемов у Сплэшлайна. Он гэпу в руку, да, взял? Гэпу взял. Как он КВ подготовился, мне интересно. Это фиаско. У него скоро минус шапа еще. 90% бейте своим топориком ультра жестким. Минус шапа у него. Комбарь его замёс. Сплэшла. 80% на шлеме. Сколько у него опыта?
55 штуки. У него шлем маленько починился вообще. Топором бей и все. Это фиаско. Гэппл сожрал. Сейчас вам. Щервание буду. У него все по бафу, он еще почти по миллион. Шлем уже нормальный. Сколько у него гэпов? А, ты не можешь чекнуть. Не. Ну, сколько он съел после того, как взял в руку? Сколько он съел, когда взял? С чего он берет из интерчеста? Спрашиваем. Бафы взял и пузырьки опыта. У него 6 гэпов. Он тотем, да, один взял? Или щит? Нет, он стейки взял в руку. Он чё курил? Стейки в руку брат. Он чё курил? О, опасно. Ёбаный брат, вливаем. Сука. Ой-ой-ой, сейчас ещё тотем не даст. Ай! У меня 8%. Следи за моей броней тоже. Окей, у меня 10% на шапке было, прикинь, и в 20% на ботинках. Капец, это жестко было. У тебя все равно еще. У него сколько опыта осталось? Сейчас чекну. Так. Че у него по броне? Сейчас чекну. Минус. Скинул? Да. Красавчик. Все, подобрал шмат. Очень мало стоит. Такой топовый мод, кстати. Сейчас скажу. Так, короче, сейчас пойдем к квест с Никитой. У него 3 ека. Ну, опасный, типа, опасный. Кто там опасно сейчас? Что? Этого у него опасно. Топора нету, попробуй его топором чисто. У него шиповка 1 броня, а полушипы 1. Его комбить можно, Ваня. Шипы 1 не всегда срабатывают. Я знаю. И плюс у него остальная не шиповка. Попробуй его с топора добажить, а потом комбить начинать. Че за человек-паук это? Первый тотем ему дал. Тебе дал тотем еще или нет? Нет. Я ему только тотем дал пока что. Надо бафнуться. Ник...
Он что, в жилку пошел? Нет. А что он копает блоки? Он просто ко мне прокопался. А ты в жилку упал? Да. Или тактика грозного грифера. Попахался на рыбу и уже. Я его в бездну скинул.